Высокими темпами прямо к цели. Реконструкция моста на Новом рынке продолжает набирать обороты. Всего за месяц удалось демонтировать всю контактную сеть, 90% несущих конструкций на трехпролетном путепроводе и 40% на восьмипролетном. Построили два разворотных трамвайных кольца и организовали схему движения в объезд объекта. Сотрудники ГИБДД и профильное учреждение МУП «Центр Транс», также и наши краевые коллеги из министерства, в принципе, все жители, которые направляли нам колоссальное количество предложений, замечаний, мы учитывали их в работе, редактировали циклы светофоров, добавляли какие-то новые поворотные секции, отрабатывали по запрету и разрешению парковочных мест. На сегодняшний день значительно уменьшились пробки в час пик с 9 баллов до 5,5. Кроме того, благодаря выделенкам, некоторые маршруты общественного транспорта стали двигаться даже быстрее, чем до реконструкции объекта. Оценить этап ремонтных работ приехал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Таких примеров в России нет, чтобы делались подобные проекты по путепроводам, запускался бесплатный тариф, делались выделенные полосы. Здесь видно, что системная работа ведется, и это не такое решение. Мы закрыли мост, как хотите, так и добирайте. Здесь все-таки сделано на опережение, и в сторону граждан очень много решений. Удачным ход ремонтных работ считают и в Общественной палате города. Еженедельно глава города, либо его заместитель проводит здесь на мосту, значит, мероприятия контрольного характера. И это тоже люди видят, видят заинтересованность власти. И члены общественной палаты сегодня дают очень высокую оценку вот тем темпам, которые сегодня мы видим. Напомним, проезжую часть путепровода расширят до 6 полос. Шире станут и тротуары до 3 метров. Завершить реконструкцию моста планируют к ноябрю 2023 года. София Яценко, «День с толком».